Доброй ночи. Вы позвонили в телефонную службу доверия. Меня зовут Татьяна. Как я могу к вам обращаться? Алло. Алло, простите, вас не слышно. Алло. Перезвоните, пожалуйста, вас не слышно. Таня, верно? А ты вот так сходу всем врешь, а? Тамара. Вы знакомы? Да, знакомы. Даже близко. Я не узнаю ваш голос. Ага, видишь как. Ты про меня ничего не знаешь, а я про тебя знаю все. Все. Что, простите? Ну, к примеру, то, что жить тебе осталось очень недолго. Я знаю, кто ты. Я знаю все про тебя. Тебе не уйти. Звонили в телефонную... Я хочу умереть. Почему? Что случилось? Давно случилось. Папа меня не любит. Вчера была на день рождения у подруги. Вернулась, ну, не очень поздно. Ну, 10-12. А он стал на меня орать, что я шляюсь. Обзываться по-всякому. Наверное, папа очень волновался. Не знаю, как он волнуется. Лишь бы все было так, как он сказал. Знаете, я ведь уже пыталась месяц назад... И теперь у меня точно получится. Подожди, малышка, подожди. Не бывает безвыходных ситуаций. Папа тебя очень любит. Нет. Он сестру Дашку любит, а не меня. Это не так. Откуда вам знать? Он меня ударил. Наверное, он просто волновался, был зол. Слышали? Кто он пришел? Дай папе трубку. Нет. Нет, я решила, я не могу так. Подожди, послушай меня, давай попробуем, ничего не бойся. Дай папе трубку, я с ним поговорю. Тебя. Да. Здравствуйте, поговорите со мной, пожалуйста, пару минут. Ты кто? Я ведь один их воспитываю. Жена умерла 3 года назад. Вы герой. Я вам это искренне говорю. И, безусловно, строгость тоже нужна. Но просто старайтесь почаще обнимать ваших девочек. Ведь больше всего на свете им нужна ваша любовь. Обычно это ребенку дает мама, но в вашей ситуации... Представьте, каково девочкам, как сильно им не хватает ее. Вам придется ее заменить. Да. Спасибо. Всего хорошего. У вас все будет хорошо. И звоните в любое время. До свидания. Thank you.
пошла. Марина, а в чем дело? А школа? Да ну ее. Так, а ну-ка вставай. Что ты пристала? Дай поспать. Каникулы скоро, вот и отоспишься. Отвали, а! Так, ты сама встанешь или тебе за шкирку оттащить? Да начались уже уроки. Очень хорошо. Ко второму успеешь. Давай-ка вставай. Вставай. Давай. Отпусти. Ты мне не мать. Ё-моё, Том, чего вы мне поспать не даете? Ну, отлично. Ты хоть бы дверь у меня закрыла. Ты что, опять поздно вернулся? В 4 утра. Доброе утро. Надо что-то решать. А вы меня в детдом сдайте. Ты поговорить со мной хочешь? Надо будет, сдадим. Слушай, я понимаю, это твоя племянница, ну вот здесь уже. Это у нас семейная. Ну, это да. Слушай, самая красивая невеста наша. А то. Ну что, теперь родня, да? Ну, свои, так сказать, люди. За нас. Да, не говори. А я гляжу, ты уже нарядненький. Да ладно, ну, один раз детей женим. Давай. Ну, и то правда. Смотри, какие красавцы. Да. Ну, Рита, ну что не так? Все не так. Это из-за меня? Из-за всего. Ты вообще меня не понимаешь. Чего стоим-то? Горько, что ли? Горько! 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 Еще горько! Рано. Горько! Папуль, можно я тебя на минуту? А, извини. Что, солнышко? Папуль. Да. Что? Я не люблю его. Кого? Юрку, что ли? Угу. Что, шутка, да? Какие шутки? Охренеть. Ритка, ты что творишь? Прости меня. А для чего тогда вот это вот все надо, а? Я не понимаю. Хотел свадебное платье примерить. Примерил? Весь город съехался на твою примерку. Мне-то теперь чего делать? Да ничего. Я выйду и скажу. Передумала. Сидь, ты что, с ума сошла? Тут вся верхушка. Я еще молчу. Сколько денег в это вбухано? Пап, ну ошиблась я. А ты что, раньше не могла понять, пока я с его отцом еще... А теперь что? Блин. Ну, Ритка. И что теперь? Он еще кукарекал. Крепкая семья, все свои люди. Рит, ты знаешь прекрасно,
Я тебя люблю больше всех на свете. Папа, я не хочу. Ну, черт с ними, с деньгами. Но тут же люди. Люди, позорище. Мало я тебя порол. Прости меня. В общем так, раздумаешь через месяц. Да-да-да, а потом придумаем что-нибудь, как выкрутиться. Все, я сказал. Посмешищем для всего города. Нет уж, дорогая, заварила кашу, расхлебывай. А сейчас свадьба. Свадьба, поняла? Поняла. Куда? Носик припудрить. Что случилось? А ты не знаешь? Нет. Ивашка теперь исчез. Как, Ивашка? Угу. Не может быть. Кто-то надоумил, все деньги из дома выгреб и свалил. 6. Прикинь, 3-й уже из нашей школы. Жесть какая. Говорят, ни одного пока не нашли. А куда они все уходят? Ты что-то знаешь? Откуда? Да ладно, ты же с ним тусила. С чего ты взяла? Ой, на мне можешь не чесать. А Романов? Из него разве слово вытянешь? Так, чего сидим-то? Ждем, как из полиции придут. Допрашивать будут. Алло, привет. Ты как? Нормально, работаю. Ты так нехорошо с утра уехал. Ты по делу или просто так? Да я в комнате у Марины опять нашла депрессивный рисунок про нас. Так переживаю. Кто бы сомневался. А что делать? Ну а как? Слушай, пора честно сказать, она села нам на шею. Эта девочка не ценит ничего из того, что мы делаем. Зато изображает нас монстрами. Это нормально. Слушай, ты же психолог. И что? Ну, я не знаю что. Поговори, разберись. Поставь диагноз. Диагноз поставить? Спасибо, что помог. Ладно, прости, мы оба на взводе. Прости, мне пора. В ЗАГС опаздываете? Наоборот, поехали. Понятно. Почему Ивашка? Потому что Иван, Ивашка. Что вы к нам пристали? Ребята сказали, что вы с ним общались больше всех. Посещали вместе как-то кружок краеведа?
Ну, ходили мы на этот кружок. Больше мы ничего не знаем. Почему он решил сбежать из дома? Такие вещи обычно не делают. Жил человек, учился, и вдруг ворует деньги и исчезает. Почему остальные исчезли? Вы следователь, вы разбираетесь. Ладно. Побеседуем с вашими родителями. При чем здесь они? Ну, как вы все забыли, они помогут что-то вспомнить. У меня нет родителей. Это как? Ну так, мама живет в Москве. То есть, а ты здесь? Почему? Чтобы на глупые вопросы отвечать. Работа у нее в театре. А, артистка, значит, да? Интересно. А отец? А отца она мне забыла представить. У меня тоже родаки развелись. Да что вы говорите? Какая досадная неожиданность. А что касаемо нашего вопроса, есть что сказать? Понятно. Ребятки, пропал ваш друг. А вам как будто и дела нет. Все по барабану, да? Как аквариумные рыбки. Памяти не больше минуты, глаза пустые. Гражданочка, достойных членов общества готовите. Почему ты молчала? Можно подумать, ты много говорил. Девушки обычно стремятся замуж, а вы? А я такая особенная. Это точно. Не жалко парня? Нет. Папа ему купит новую машину, и он обрадуется. Чем он вам так не угодил? Всем. Это моему папе надо было на нем жениться, а не мне. Он вас заставил? А разве я похожа на того человека, которого можно заставить? Да нет. Вот и я так думаю. А вы не слишком любопытный водитель? Слишком. Как и все таксисты. Нам сюда. Пойдем? Куда? У меня денег нет. Да ладно, не надо. Нет, пойдем. Проходи, не стесняйся. Вот тапочки. Меньше нет. Я же сказал, не надо. Ладно, я пошел. Пока. Рита! Открой дверь! Я знаю, что ты здесь, Рита! Юра. Жених? Угу. Очаровательно. Уходи! Надо поговорить. Опозорила меня перед родственниками, а теперь боишься даже поговорить? Я ничего не боюсь. У меня есть другой. Я тебе не верю. Серьезно?
Да он же старый. Да вроде нормальный. Ей 20. 21 почти. Паспорт есть, и ладно. Ну ты и стерва. А ты папенькин сынок. Он небось там внизу стоит, ждет тебя. Мы просто приехали на одной машине. Рулил я. Угу. Ладно, ребят, вам, похоже, надо поговорить, я. А, похоже, я здесь лишний. Спасибо, любимая, что опозорила меня перед друзьями, перед родственниками. Нормально поговорить нельзя было? Хотела шоу «Сбежавшая невеста»? Может, хватит, а? Да пошла ты! Сам пошел! Хочешь выпить? Я за рулем. Минутку. Я же говорю, я... Да выветрится. Давай. Ну? Ну что, у тебя тут затишье? Ну, в принципе, да. Слышала, что произошло? Нет, я же проспала полдня. Школьник пропал. Да ты что? Молоденький совсем. Вроде из приличной семьи сбежал. Ну, надо же. Получается, что это уже третий случай за полгода. Угу. Чистяков Иван, кажется, со 110-й школы. Откуда? 110-й? Маришка моя там учится. Представляешь, да? Говорят, что кто-то надоумил его. Или в интернете ты что-то прочитал. Я бы этот интернет отключила к чертовой матери. Там же только гадость и разврат один. Ладно, давай. Хорошей смены. Настюш. О, а ты как вообще? Как на войне. Опять Маришка шалит. И то слово шалит. Ну ладно, давай. Ну давай. Хочешь? Нет. Ты мой телефон не видела? Ты же не... Мне никто не звонил? Расслабься. Я уже расслабился по полной программе. У тебя свадьба сегодня? Угу. А я женат. Что ж ты раньше не сказал? Да, как-то не успел. Даже не пытался. Ну, извини, я что, не должен был? Да ладно, что ты заладил, должен, не должен. Мы живем один раз в жизни. Мне пора. Давай. Тебя как зовут? Андрей. Ну, хоть что-то.
А меня Рита. Я вот тоже, если чего не хочу, хрен заставишь. И плевать на все авторитеты. Не, моя же дочь. А, ну, а кровь давай. Водицы не бывает. Давай, давай. Ну, Ритка, а? Ну, выдала. А. Сбежала с собственной свадьбы. Вы представляете? Было ужасно. Я думала, она выйдет замуж, поумнеет, но куда там? Она как всегда. Эдя, конечно, взбесился, как будто я во всем виновата. Надь, скажите мне, а какие у вас с ней отношения? Никаких. Она живет отдельно, а когда приезжает к нам, делает вид, что меня нет. Не замечает. Наверное, если бы была жива ее мама, было бы все по-другому, но... А почему вы не хотите написать заявление в полицию? Нет, вы не поняли, он не такой, он любит меня. Заботится. Бьет, потому что любит. Но многие живут гораздо хуже. Надь, я понимаю, но все-таки, если вы решитесь написать заявление в полицию... Нам легко рассуждать. И я все понимаю. На всякий случай, я хочу вам дать телефон приюта для женщин, переживших домашнее насилие. Я не жертва. Я понимаю. Но вдруг вам просто захочется пожить одной, собраться с мыслями. Он найдет меня и там. Надюша! Простите, мне нужно идти. Ты в спальне, что ли, или где? Наденька, удачи вам. Добавь. А что, так не лезет? Пойдем, перетереть надо. Чтобы нас не обливали. Ну что, давай. Что? То самое. Алло. Привет. Ты не занят? Слушай, я до Маринки не могу дозвониться. Дошляется где-то. У тебя что-то случилось? Да нет. С чего ты взяла? Слушай, прости, у меня клиенты. Ой, что ж ты не сказал? Все, ладно, давай, целую. Здравствуйте. Вы позвонили в телефонную службу доверия. Я вас слушаю. Здравствуйте, меня зовут Костя. Очень приятно, Костя. Меня зовут Татьяна. Что у вас случилось? Да, у меня... случилось. Я не знаю, как теперь быть. Просто у меня сын. Слышали про парня, который пропал? Да. Ты чё, малыш? Это вписка называется. Ты зачем сюда пришла-то? Явно не за этим. Пусти, орать буду. Давай, так даже лучше. Мне 15 лет. Да кому ты паришь, а? Честно, я учусь в 9 классе.
Слушай, в любом случае, это твои проблемы. Ты знала, куда идешь? Слушай, ты чё, а, дебилка? Ты чё, компанию хочешь? Толпу? Давай, я позову. Все, да. Даже не слышали, что такое вписка и чем это может кончиться для ребенка, тем более девочки. Вообще не в курсе? Нет. Что же вы за мать? Сестра матери. Да какая разница? Вам доверили воспитание ребенка. А если ее изнасиловали, убили? Я работаю по ночам, и мы с мужем... Ну, если у вас нет времени, тогда мы займемся ее воспитанием. В смысле? Поставим на учет. Кто-то же должен взять на себя ваши обязательства. Да вы что, не надо ее ставить на учет. Она же ничего не сделала. Я тоже психолог. Что же вы психолог? А девочку упустили. Не интересуетесь, где она бывает, с кем? До свидания. До свидания. Просто позор. Отчитал меня, как девчонку. Ну что, Тома, профессиональная фиаско? Хорошо погуляла? Чё пили-то? Вот ты мне скажи, вот чего тебе не хватает? Я каждый день общаюсь с такими же ребятами, как и ты. Вот у них реальные проблемы. А у меня все в шоколаде. Дальше четверг. Жить дальше как будем? Хорошо, желательно по отдельности. По отдельности, дорогая моя, не получится. Придется тебе... Уважать законы этого дома. Том, давай я ей ремня всыплю, а? Рискни, я на тебя в органы опеки пожалуюсь. Что с ней делать, а? Отвезти к маме. Алло? Привет, мачо мой. Скучал? А кто тебе звонит 3 часа ночи? Это клиент. Я должен с утра завтра встретить и... Ну, переживай, что я просплю. Ну, ясно. У тебя откуда мой номер? Какие мы недовольные. Чё надо? А ты приезжай. Узнаешь. Я сейчас на балконе сижу. Голая. Замёрзнешь. А ты согрей. Ну что, в школу отправила? С боем. Андрюш, давай поговорим. Мне кажется, у нас что-то происходит. Ты не заметил? Ну, вообще-то заметил. Мы как будто бы теряем друг друга. Да потому что у нас не... У нас не дом, у нас дурдом. Что случилось у тебя? Я-то тут при чем? Чего с больной головы на здоровую перекладывать? У меня все в порядке. Но я же знаю тебя. Что-то происходит именно с тобой.
Том, у меня все в порядке, кроме вот этого вот. Правда? Да честное слово, у меня все хорошо, я просто не знаю уже, куда из дома сбежать. Знаешь, что она мне сказала недавно? Она считает, что я не хочу ее отвозить матери, потому что у нас нет своих детей. Ну, ты же знаешь Марину. Это в ее репертуаре. Чего обижаться? И что мы будем делать? Понимаешь, мне просто кажется, что нельзя ее отдавать Вале. Что там за мужик нарисовался? Какой? Юрка сказал, с тобой был взрослый мужик. Кто это? Знакомый. Какой знакомый? Вы встречаетесь? Что? А почему я об этом впервые слышу? Федь, ну Рита уже взрослая. Заткнись. Ты хоть заткнись. Тоже мне адвокатша нашлась. Тебя кто спрашивал? Ну, если ты такой любопытный, я тебя могу с ним познакомить. Да уж, будь добра. Ну все, забились. Марин. Чего? Знаешь, я тут думал и... А, и такое бывает. В общем, мы должны рассказать все про Ивашку. И про его переписки, и про эту странную девушку с ее проблемами, и про все, что с ним случилось из-за нее. Ивашка, Иван взрослый парень. Раз уж решил сбежать с ней, то это его выбор. Мы не должны вмешиваться. И вообще, захочет, сам объявится. Может, это ловушка. Ее же даже никто не видел. Мы должны... Мы никому ничего не должны. Как вы сегодня? Хорошо. Голос бодрый. У вас тоже. Я, наверное, часто звоню. Отвлекаю вас. Нет-нет, вы можете звонить, когда хотите. Давно работаете в службе доверия? 3 года. А до этого? Костя, мы не должны говорить обо мне. Запрещено инструкцией. Ну вот, вы сами все понимаете. Жаль, мне интересно. А почему вы пришли сюда работать? Хотелось творить чудеса. Когда отговариваешь человека совершить суицид или помогаешь пережить потерю, ну или как-то зажигаешь искру, и человеку хочется жить, для меня это чудо. А как вы все это выдерживаете, этот негатив? Негатив? Не знаю. Когда звонят 12-летние девочки, пережившие насилие. Тяжело понять, что ничем не можешь помочь? Тяжело понимать, что ты не можешь изменить травмирующую ситуацию. Но ты можешь помочь пережить это. Нас учили, что нельзя пропускать все через себя. Получается? Не совсем. Знаете, иногда накатывает такая усталость после работы. Ничего не хочется и думаешь, кому это надо. Помогает ли это кому-нибудь. А потом домой приходишь и еще сапожник без сапог. Почему? Ну, это долгая история. Я бы послушал. Извините, но слушать — это моя профессия.
Ладно, принимается. До свидания. Короче, не знаю я, что она во мне нашла. Не, ну я понимаю это. Блажь, каприз очередной. Я с головы не выходит. Тарик, это нормально. Что нормально? Любовница? У меня семья так-то. Не, я не осуждаю тех, кто на два фронта. Просто... Ну да, семья. Принципы, все дела. Ну, ну ты просто не смешивай. Тут бабах, я все понимаю. Вот смотри. У тебя появился человек, с которым тебе хорошо. И этому человеку от тебя тоже ничего не нужно. Ну ты лови момент. Ну даже если это каприз, лови момент. Ну что у нас, каждый день такие девочки бросаются. Вот у меня. Вот я прихожу домой, там Светка. Вечно хмурая, вечно с работы уставшая. У сына какие-то компьютерные игры, гаджеты. Вообще в своем мире в каком-то. Всем купи это. Купи то. Купи то, да. Всем дай денег, все с претензией, все чем-то недовольны. А я вот тоже праздника хочу. Так что не грузись. Порвать всегда успею. Роешься в моих вещах? А как же личное пространство? Ты же хотела, чтобы я это нашла. Мы, мол, недаром учились психологии. Марин, давай поговорим. Не о чем нам с тобой разговаривать. Ты мне никто. Ненавижу вас всех! Пойми, я женат. Я помню. Но я не такой. Никакой. Но я не сплю с... Я ни с кем не сплю. Ты с женой тоже не спишь? Да при чем здесь это? Просто все эти тайные встречи, шифровки, мне все это не нужно. Андрей, успокойся. Я на тебя не претендую. Поехали ко мне. Никто не узнает. Такого, как я, тебе никто не сделает. Будет что в старости вспомнить. М? Валя, пожалуйста, я больше не могу. Давай что-то решать. Ну, в конце концов, это же твоя дочь. Да пойми ты, вся эта ее агрессия, потому что она по тебе скучает. И считает, что это я вас разлучила. Валь, Валя, а как там твой театр? Ну вот, расскажи ей сама. Ты пойми, я не могу из-за Марины потерять свою семью. Да я не перекладываю на нее наши проблемы. С тобой тоже невозможно разговаривать. Ты завидуешь. Мама в театре играет. А ты? Чего добилась? Подтираешь сопли придуркам всяким. Да пусть бы сдохли, раз так рвутся. Естественный отбор.
Какая ты все-таки двуличная тварь дома. Твоя мама не хочет, чтобы ты приезжала. Ты мне врешь. Все врешь. Что ты вцепилась в меня. Чувствуешь себя лишним в этой жизни, а так хоть какой-то смысл? Что ты несешь? Как вы с женой познакомились? Блин. Нам что, не о чем поговорить больше? Ну что, это великая тайна? Да нет. В одном институте вместе учились. Она на психологии, я на геофаке. А дальше? А дальше день первокурсника. Она вся такая перепуганная. Абитуриентка. Ну, пригласил ее потанцевать, и как-то все закрутилось. А как же твоя профессия? С ней у меня не заладилось. Ну, я вот до сих пор ищу себя. Слушай, я вообще самый обычный парень. Не понимаю, зачем я тебе нужен. Ну, не парься, просто секс. Ага. Или, как говорят люди моего возраста, секс. Да просто захотелось обычного мужчины. Надоели эти олигархи, мажоры. Слушай, я проголодалась. Отвези меня туда, где ты обычно кушаешь. Уверена? Да.